К сожалению, одна из проблем сервиса – это почти полное непризнание сотрудников. То есть сотрудники работают как такая полная серая масса и не знают, признают их или нет. Вообще, ну, такое бывает. И в самом деле сотрудники начинают задумываться, какая разница, накосячил я или нет, все равно, если меня не ценят, ну, как бы ничего страшного, если я там ошибусь. В самом деле, как можно поощрять или выражать похвалу сотрудникам сервиса? Первое, это можно сделать как доску почета и лучшего менеджера, как, допустим, Макдональдс, там, Бургер Кинг, менеджер месяца, похвалить, повесить на доску почета. Второе, можно просто похвалить сотрудника. Также можно признать какое-то подразделение или их отдел, чтобы группа, да, порадовала, что они хорошо выполняют работу, и это мало что вы можете сделать, но в самом деле это работает. Ну и как следствие, если вы заботитесь о своих сотрудниках, они будут хорошо общаться и заботиться о своих клиентах. Еще для сотрудников чувство гордости – это хороший мотиватор. То есть когда они горды, что их не же клиенты приходят к ним, возвращаются, например, повторно, рекомендуют, приходят просто поболтать, поднимают настроение, сотрудники тогда радуются, гордятся своей работой, то что они классные эксперты. И по сути, если задуматься, люди – это такие животные, которые вот то, что им надо, они и делают. То есть пока они получают желаемый результат в виде там благодарности или гордости за себя, как вот эту заряд мотивации, они будут работать, пока они его получают. Потом, когда у них этого не будет, они, в принципе, просто перестанут работать.